Я приветствую всех любителей и профессионалов покупок необычных интересных товаров. Товаров необычных тем, что часто доставляются они без отслеживания трека. Вот точно так же, как этот. Написано товар untracked. Штрих-код его не бьется. Что в нем, я не помню. Сейчас будем смотреть. Оценил продавец свой товар, застраховал на 11 с лишним долларов. Но отправил бандеролью без отслеживания трека. Попробуем посмотреть. Внутри какая-то коробочка. Так. Коробка, пупырка. Коробка. Так, о, радар, детектор радиолокатора. Да, заказывал, но достаточно давно, уже и позабыл. Товар шел долго, наверное, месяца три. Я успел открыть спор, потому как продавец не вложился в срок обещанный, и уже я успел за этот товар деньги вернуть обратно. Получить, наверное, уже месяц прошел. Вот теперь пришел, собственно, товар. То есть, фактически, это подарок от продавца. Трек не отслеживается. Деньги продавец вернул. И вот, наконец-то, пришел долгожданный товар. Чудесно. Замечательно. Я люблю такие товары. Внутри инструкция, которую вряд ли кто будет читать, но она есть. О, будет читать. Инструкция даже на русском языке есть. Давайте будем читать. Инструкция на английском, на русском. Замечательно, это приветствуется. Сам радар очень красивый. Выполнен он в форме детской игрушки. В форме автомобиля. Для тех, кто любил играться в детстве, самое то. Для тех, кто с маленькими детьми ездит, машинка. Будет ребенок делать. Машинка. Так, чтобы она не поцарапалась, продавец ее еще дополнительно заклеил пленочкой. Новенькая, блестящая. На ней кнопочки увеличения, видимо, звука. Либо переключение между режимами. Также в комплекте к такой чудесной машинке есть коврик антискользящий. Липкий слегка. Он под пленочкой. Кладем на торпеду коврик. Кладем машинку. И есть зарядная. Чудесно. Вот такой вот чудесный подарок. Радар-детектор, получен из Китая в форме детского автомобиля. И я очень рад этому, потому что товар достался мне бесплатно. Продавец не вложился в обещанный гарантированный срок доставки. И, будучи честным человеком, решил вернуть мне деньги. Ну и, собственно, и товар тоже отдать. Внизу под видео в описании я оставлю ссылочку, перейдя, по которой можно будет попасть на страницу покупки этого товара. Я думаю, всем понравятся такие подарки. Также для тех, кто желает сэкономить, внизу оставлю ссылочку на кэшбэк. То есть частичный возврат потраченных денежных средств. Если зарегистрироваться по этой ссылке на сайте, то можно получать назад от 7 до 15% своих денежек, вернуть назад. Называется кэшбэк. Не только от этой покупки, но и от всех последующих. Покупаете на AliExpress товары, от 7 до 15%
вам возвращается денег назад при покупке. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить из Китая практически бесплатно.